Итак, знакомимся, это необычный, это потрясающий продукт. Для чего, для кого и что значит сухие скипидарные ванны? Ну, не понимаю, как это ванна и сухая. Вот вы знаете, как есть скипидарные ванны Залманова, про которые мы сегодня много-много рассказывали, да? Они, ну, влажные, надо пускаться в ванну. Но у нас был уже звонок, да? Да. То есть женщина спросила, а что делать, если мы живем дома, у нас нет ванны, у нас только там душ, баня, сауна или еще что-то. Вот это очень актуально. Вот именно для вас мы сделали такие сухие скипидарные ванны. То есть это ванна, которая содержит тот же самый скипидар, еще она содержит, кроме этого, много других компонентов. Такие компоненты, как дигидрокварцетин, это, ну, вытяжка, экстракт сибирской лиственницы. Содержит витамины А и Е. Вот ту же самую эмульгированную форму скипидара, которая уже готова для вот такого местного воздействия. И в этом случае вам можно посоветовать вот как раз вот этот вот, вот эти вот сухие ванны, которые вы будете использовать как, ну, как аналог вот этих, ну, влажных ванн Залманова, за обычного, да. Конечно, нельзя говорить, что вот, ну, одинаковое подействие. Действие будет несколько слабее. Но если регулярно и долго, вот мы сейчас видим лиственницу даже, из которой получается дигидрокварцетин. Вот если регулярно, упорно вот эти ванны сухие наносить на проблемные участки, то в этом случае микроциркуляция будет восстанавливаться, будет проявляться антиоксидантное действие, то есть блокируется разрушение клеток, и постепенно ваши суставы начнут восстанавливаться. Итак, даже если у вас нет ванны, чтобы принимать ванны, да, скипидарные ванны, вы можете пользоваться бальзамом «Живица». И вот они. Вот. И давайте вот прямо сейчас. На моем примере. Вот давайте проработаем мне сустав. Сейчас, честно говоря, вот именно на правой руке у меня от занятий спортом бывает здесь боли. Очень часто. Как действовать? Вот я беру, открываю тубу. Совершенно верно. Вы получите две в комплекте. Открываю. Сколько нужно взять? Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Это бальзам. Он очень быстро впитывается. Вот так. И если чуть-чуть. Вы, да, наносите вот именно на ваш сустав, вот так поактивнее, так, буквально через несколько секунд полностью питается. Все. Он не пачкает одежду, он не липкий, он не мажется и ничего остального. Вы нанесли, и 12 часов вот этот ваш сустав находится под защитой вот этих самых веществ, которые находятся в скипидаре. То есть активные компоненты, которые будут улучшать вашу микроциркуляцию, раскрывать капилляры именно в этом суставе, в этом месте. А чувствуете запах какой приятный? А запах приятный. Слушайте, вот. Это так приятно. Я как будто нахожусь в сосновом лесу. Правда, это важно. Вы знаете, я пробовал разные абсолютно мази, лечебные, но от них такой идет запах, что невозможно голова начинает болеть. Так как здесь натуральный состав, совершенно натуральный состав, он дает такой запах. Натуральный состав, натуральные масла, натуральные эфирные масла. Вот, еще можно сказать, что вот практически половина вот этой продукции, вот этой живицы, которую мы выпускаем, идет на экспорт. Почему? Так. И в основном во Францию. Потому ничего что во Франции нет культуры принятия общих ванн из-за очень дорогих коммунальных услуг. А, вода у них дорогая. Совершенно верно. Вот. Ну, французы так же, как и наши россияне, страдают за проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому практически половина всего, что мы производим, уходит в страны Западной Европы, и вот они очень активно вот это полюбили. Слушайте, и используются. Раскусили? А почему же мы отстаем? Наша продукция родная, отечественная, российская, разработанная на основе природных компонентов, на основе скипидарных ванн. Это скипидаровый, да и не только. Здесь уже огромный состав. Посмотрите, сколько здесь составляющих. Бальзам «Живица», который вы можете использовать абсолютно, не применяя полноценную ванну. Если нет специальной большой ванны, можно использовать как особые такие втирания, да, или это еще раз. Вариант... Или вариант в ванночке, совершенно верно. Можно растереть свои суставы и стать под горячий душ, ну или под теплый душ. А в тазике можно? Можно в тазике. То есть здесь любое такое воздействие вот этих сухих скипидарных ванн, главное нанести их на кожу, на те проблемные места, которые есть, и вот либо сделать контакт с водой. Без контакта с водой все будет все равно одинаковое. И получаете вы два бальзама. Два по цене одного. За 1299 рублей. 400 рублей экономия. На 400 рублей вы можете пойти в магазин и купить себе на сладкий стол каких-то продуктов. Ну, а поддержать свое здоровье нужно заниматься. Тем более, это натуральные продукты.
запасы для вашей долгой жизни, для вашей легкой походки, для вашей активности. Ведь это движение, это жизнь, говорят. Совершенно верно. Это страшная вещь, когда человек с больными суставами не может даже выйти в магазин за продуктами. Трудно передвигаться даже по квартире, чтобы дойти там до кухни или до туалета. Да. Это страшная, на самом деле, вещь с точки зрения медицины, страшная вещь. И вот если такое уже происходит, там может помочь только операция. Но не всем она по карману, не каждый может перенести даже по состоянию здоровья. Да. Поэтому о своих суставах надо начинать заботиться, когда еще они либо вообще не болят, либо когда только есть первые начальные проявления, вот какие-то такая скованность, какая-то хруст в суставах, какая-то разбитость. Вот как только вы это чувствуете, защищайте свои суставы. Вот можно делать тоже такие же процедуры. То есть, если у вас, опять же, как мы говорили, нет общей ванны, можно делать такие ванночки, брать полотенце, смачивать в этом растворе и делать такие аппликации. Как только полотенце вот охладилось, мы чувствуем, опять мы смачиваем, так, чтобы это было тепленькое. Не надо так сильно выжимать, можно даже поменьше выжимать, чтобы так чуть-чуть стекало. Чтобы побольше досталось суставам. Совершенно верно. И опять накладываем влажное полотенце на суставы и делаем такие оборачивания, обертывания. И это нужно делать в течение 15-20 минут. Это будет тогда вот такой местный аналог скипидарной ванны по Залману. А как часто можно делать? Вот что можно, через день или каждый день? Вот эти ванны делаются каждый день. Каждый день обязательно. Например, каждый день, если вы не каждый делаете общие втирает. Ванны. Совершенно верно. Если же вы их чередуете с залмановскими ваннами, то есть, смотрите, мы говорили про скипидарную ванну Залманова. Сегодня делаете ванну, завтра у вас перерыв. Так. И чтобы завтра у вас не было перерыва, чтобы ваши, на ваш вот, опорно-двигательный аппарат, на ваши суставы всегда было воздействие скипидара, мы можем в день перерыва применять также вот эти сухие ванны.